Иногда бывает так, что времени, увы, маловато. Полчаса на тренировку. И как показывает практика, важна просто-напросто регулярность. Не надо какие-то рекорды делать или еще там что-то. Тренируйся регулярно. В охотку. Тренируйся в охоточку. И желательно хорошенько разминаться. Травмы подкрадываются незаметно, а потом ты становишься перед фактом, что тренироваться больно. Вот, что плохо. И как только начинает тренироваться больно, человек обычно забрасывает все эти тренировки, говорит сам себе: все уже хватит, возраст. И в таком самоуспокоении начинает деградировать. 30 минут на тренировку, полчаса, 12:06. Вот так вот. Главное, без фанатизма. Фанатизм тут не нужен.
помощью вот этого вот упражнения, не давая большую нагрузку ни на спину, ни на колени, ни на голеностопы, можно поддерживать бедра в таком приличном состоянии. Кстати, об этом говорит и Джекстер Джексон, 50-летний бодибилдер, который говорит: я от свободных весов перешел к тренажерам и прекрасно, никаких травм, прогрессирую. Третий подходик делаю по 20 раз. Прекрасная прокачка крови через сустав, через мышцы бедра, наполнение сустава синовиальной жидкостью, дабы он не высох. И как раз вот эти 20 раз, там можно 25 раз, ну если вес побольше поставить, подойдет и 15, прекрасно дает нагрузку на мышцы и возникает налив этой части кровью, так называемый памп. Так, у меня слабые руки, в основном бивнерезы. Поэтому я следующее упражнение уделю ему. Такое упражнение для рук. Затрагивается вообще все. Бицепсы, трицепсы, дельтоиды. Ну, все, что надо. Как всегда, начинаю с разминочных весов. Разминочные веса 8 кГц и не спеша. Желательно все делать плавненько, без рывков, потому что именно рывки, дергания сказываются на суставах, на сухожилиях, а нам этого не надо. Вот так вот. И главное, никуда не спешить. А то спешка, быстрее за большие веса, мышцы не размяты, начинаются микротравмы, о которых человек особо не подозревает, а потом возникает боль. Следующий вес 12 килограмм.
12 килогерц. Ремешок – дело хорошее. Поэтому, если вы хотите сохранить свою спину, надевайте его почаще. Именно во время тренировок. Фу. Лена, ты долго будешь? Полчаса. А то мне думал идти на маникюр, чтобы мы поели. Как раз тренировка займет полчаса. Желательно отдохнуть, хотя бы восстановить дыхание между подходами. Второй разминочный подход сделан, ну и вот это уже более серьезный вес, 19 килограмм. Отдохнем чуть больше. Ну вот более-менее дыхание восстановилось. Можно приступать. Вес на 7 килограмм больше, нежели я поднимал. Посмотрим, будет ли какая-то разница между тем, как я поднимал 12 килограмм и 19. Это практически вот эти вот две гантели вместе. Настраиваемся и представим себя мощным животным типа слона, носорога, буйвола, можно мамонта. С гиком сцепляемся с весом.
суставчики почувствовали, что работа совершенно иная. Фух. Ну, еще один подходик. И будет и хватит. Нас не захватит. Могу поставить для ровного счета 20 килограмм. Килогерц. Хорошие гантели. Если здесь закручивается, то здесь, видите, джик, замки. Удобно и хорошо. Когда я 15-летним пацаном начинал, в спортзале были вот эти гантели. Видите, как они закручиваются. Закрутил и погнал. То есть этим гантелем, если мне было примерно 15 лет, а сейчас уже 65 лет, 50 лет, видите, какой раритет, роритет. Ну что, вздрогнем. Вздрогнем. Вздрогнем, други. Да. Вот с 15 лет я начал. Практически 50 лет. Когда-то я делал большие перерывы. Но вот это дело надо любить для того, чтобы заниматься. И в итоге этих всех занятий 50-летних, он Декстеру Джексону только 50 лет, а я 50 лет занимаюсь. Мы о результатах пока не будем говорить. Надо иметь большое желание и понимать, как это на вас положительно влияет, что вы тем самым поддерживаете те ощущения, когда ты 15-летним пацаном пришел и давай тягать. Вот такие гантельки. Ну, вздрогнем. На десяточку замесил. Второй подход лучше пошел. Фух, плечи более-менее размялись. Тренировка за 30 минут. Ну и на живот больше ничего не делаем. На живот. Thank you.
такая 30-минутная тренировочка. Сердце призывно забилось. Тарарарам. Тарарарам. Дарибидибидибидобудадам. What you do with Tarabadibidubam. Тарибидибидибим. Тарабабабам. Можно немножко прибавить. Можно немножко прибавить. Это примерно килограммчик с небольшим. Я обычно включаю радио. Занимаюсь под музыку. Но это чтобы ничего не вырезать, одним куском выложить. Я без музыки меньше сморкаюсь. Материться я особо не матерюсь. Показываю вот это весь, как я занимаюсь. Плавненько снимаю вес, чтобы его не раскачать. Ну и еще один подходик, и на этом мы закончим. Как раз 12:31. Посмотреть свой результат. Посмотреть свой результат. Ну вот, присюшка стал появляться. Правый бивень, дельтоид, видите, как налился. Уже в куртку не влазит. Руки в рукава. Рубах. Ну вот так вот как-то. Уважаемые посетители канала, для вас моя личная библиотека, авторская. По ссылке, которую я даю под каждой программой, вы можете перейти в библиотеку и бесплатно воспользоваться моими книгами. Будете знать столько, сколько знаю я. Всего наилучшего.